Всем привет! Сегодня 29 июля 2019 год. Вот полностью поспел такой классный сорт персика, как рубиновый принц. Он даже переспел уже. Такие плодяки, некоторые портиться начали. Я за него, блин, забыл. Он раньше, намного его надо было кушать. Вот такие вот плоды здоровые. Такие вот кабанчики. Я его в том году снимал. Вот, блин. Размер был, конечно, поменьше. В этом году размер побольше. Сейчас снимем его. Положим на веса, посмотрим, какой вес. Отвезем на базар. Да, плодяки, конечно, шикарные у этого сорта. Такой более устойчивый этот сорт. Сильно не поражается и курчавостью. Доволен. И морозами тоже не поражается. Не поражается, не повреждается. Вот плоды полностью спелые. Полностью он видно. Ну, очень хорошо держится на дереве. В руке какие здоровые. Вот так вот. Подзагрузил я его в этом году. Он у меня растет тоже в тени. Окраса нету такого прям черного. Но зато плоды какие. В тени окрашиваются тоже, в принципе, ничего. Такие плоды. Вот отсюда он уже начал пропадать, такой здоровый плод, но не переспели. Их надо было, блин, неделю назад. Блин. Неделю назад надо было их обрывать. Я за него реально забыл. Он, они полностью мягусенькие. Классный, конечно. Товарность у него бомбезная. То есть первый год был размер слабенький, вообще слабенький. Второй год плодоношения чуть-чуть больше, а вот это вот уже первый год были сигналки, то были вообще маленькие, до 100 грамм, наверное. Второй год получше, в этом году вообще вот видно, какой вот шикарный плод. Для рынка самое то. Сейчас разрежем, посмотрим. Сейчас сорву еще. Уже портиться начинают. Держится отлично на дереве. Не хочет рваться одной рукой, прям со щелчком с таким. Так, сейчас положу на весы, посмотрим, какой вес. Интересно самому. Так, давайте смотреть, какой размер в этом году. Что такое? Блин. Батарейка что-то отошла. Так. Размерчик. 220. 216. Вот два пода в руке. 193. 218 212. Вес для рынка как раз то, что надо. 204, он такой броский, его закидается. 227 204. Ну, при такой нагрузке вес хороший. Если чуть-чуть пронормировать сильнее его, то могут быть плоды до 300 грамм у этого сорта. Так, сейчас разрежем, посмотрим. Мякоть его. Так. Так вот. Красивый плодик. Не полностью, полностью вызревшие. Так, косточка, не помню, отделяется. Тут не отделяется.
вот такая вот мякоть. Чуть-чуть с такими как бы розовыми прожилками. Давайте вот так разрежем. Ну, какая мякоть у него. Красивая. Ну, супер. Конечно, суперовый сорт. Сказать нечего. Вот такая вот мякоть. Так, сейчас давайте продегустируем в этом году, какой у него вкус. Вкус кисло-сладкий. Присутствует кислинка, присутствует и сахар. Сочный, ароматный. Я бы сказал, такой сбалансированный вкус. Хороший. Неплохой. Хороший. Я просто люблю более сладкие сорта. Этот просто сорт чуть-чуть с кислинкой. Ну а так хороший. Достойный сорт. И товарный, то есть промышленный. Его промышленные цели пускать, то из ранних до Red Heaven. Red Heaven еще зеленый висит, а это такие кабаны, как бы на продаж. Самое то было бы. Кого же этот сорт, пишите в комментариях, как у кого он показывает, как он устойчив к кучерявости в ваших условиях, в вашем регионе, как он устойчив к болезням, подмерзает, не подмерзает этот сорт на территории Украины, особенно в северных областях. Было бы интересно услышать. У меня этот сорт растет в центральной Украине, город Кременчуг. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание, всем пока.